Равняюсь. Смирно. Елена Николаевна, 5-й Б-класс по уроку математики готов. В количестве 24 человек. Отсутствующий Гарина Яна. По уважительной причине. Командир класса Полинчукова. Именно так начинается каждый урок для учеников кадетских классов 28-й школы. Это учит ребят ответственности и собранности, а еще порядку. Ведь в их коллективе, как в армии, есть строгая иерархия обязанностей. Не по годам взрослые мальчики и девочки рассказывают о своем первом профессиональном выборе и очень гордятся, что надели форму и погоны. Мой брат учился в кадетском классе, и из-за этого я тоже решила сюда пойти. Тут мне говорил брат, что тут повышенные, тут мы больше изучаем и быстрее все изучаем, чем в классе, ну, которые не кадеты. Ну, и моя бабушка говорила мне, что это почетно стать кадетом, что я буду носить красивую форму. Первый раз кадет в средней школе номер 28 набрали в 2004-м. За годы существования классов ни одна сотня ребят прошла здесь обучение. Порядка 25% из них выбрали для себя вузы юридического профиля, остальные – другие силовые ведомства. Сегодня в учреждении образования функционируют 15 кадетских классов, и каждый год большая семья пополняется новыми представителями, что говорит об особом авторитете движения. Это учеба. Учеба на достаточно повышенном уровне. Это иностранный язык, это предметы специфические, те же самые математика. Ну, у них, в частности, есть еще дополнительные дисциплины, строевая подготовка, у некоторых рукопашный бой и так далее. Ну, то есть это развитие, общее развитие, которое необходимо в последующем и сотруднику, и, в общем-то, обычному нормальному человеку. Поздравить школу с 15-летием кадетского движения в праздничный день пришло большое количество гостей. В числе почетных представителей УВД Брестского облсполкома, руководство района и администрации Академии МВД, с которой у 28-й школы заключен договор о сотрудничестве. Это взаимодействие позволяет подходить к подготовке будущих кадров более осмысленно. У людей сформирована мотивация для несения службы, для выполнения служебных задач. Поэтому это способствует быстрому усвоению учебных дисциплин, подготовки, они наиболее подготовлены в плане строевой подготовки, физической подготовки, морально, интеллектуально подготовленные. Поэтому это все способствует тому, что люди легко вливаются в коллектив и затем добросовестно несут службу. Большой концерт подготовили школьники к красивому юбилею кадетского движения своего учебного заведения, что говорит о том, что приходят в 28-ю школу на учебу ребята разносторонние и творческие. Кульминационным моментом торжества стал ритуал принятия присяги ребятами 5-х классов, которые только начинают здесь свой путь. Анастасия Назарин, Плотницкая, Павел Малашенок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.